Подготовка предприятий ЖКХ и энергетики к отопительному сезону. Этой теме посвящено всероссийское селекторное совещание. На связи все субъекты нашей страны, Чувашия в том числе. 105 миллиардов рублей или 47% от объемов запланированных региональных бюджетов. Так обстоят дела с освоением денежных средств по стране. В целом по стране жилищный фонд подготовлен на 68%, котельные на 60,5%, тепловые сети на 66%, водопроводные на 67%, электрические на 69%, что соответствует уровню прошлого года. Однако в целом в ряде субъектов федерации этот показатель находится на достаточно низком уровне. Чувашия к этим регионам не относится. На 1 августа работы по подготовке коммунальных объектов выполнены в среднем почти на 76%. Снизилась общая задолженность организации ЖКХ за потребление топливно-энергетических ресурсов. Все подготовительные работы на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы необходимо завершить до 15 сентября. К этому же сроку должны закончить комиссионные проверки с оформлением паспортов готовности объектов социальной сферы жилищного фонда. Что касается теплоснабжающих организаций, то их срок до 1 ноября. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.